Уважаемые зрители, продолжаем поход по магазину, так как продавцы и работники магазина ходят мимо, я временно буду прерываться. А вот сейчас часть русской или советской истории. Действительно, абсолютно рабочий ППШ. What year? 41, I believe. 1941 года. И он действительно рабочий. Это вот то, что продается здесь как автомат. This is an original, never modified, never touched in a bad way, PPSH 41. It is a fully automatic, transferable machine gun. So any person who can own a class 3 item, depending on the state you live in, can actually own this firearm. It shoots about 900 rounds a minute, and it operates off an open bolt. Again, it's all original, very accurate, very quick firing, very reliable. Comes with drum magazines or stick magazines of varying size, and this is actually a 1943, I apologize. This and, comes with, let's see, two rear sights, one for longer ranges and one for shorter CQB ranges. Very nice gun. То есть, представляете, в Америке в 2015 году можно найти ППШ 1943 года, который все еще и работает. И стреляет автоматически. The, и его можно даже купить. Yep. The caliber is 7.62 by 25 Tokarev. So it's not the easiest ammo to find, but it is available if you know where to look. This is a very fun gun, not a lot of recoil because it is pretty heavy. And you can dump this magazine in a matter of seconds and your shoulder won't feel a thing. Другими словами, покупаете данное изделие, проходите все требуемые шаги для покупки, берете в тир, приносите с собой машину патронов и ходите абсолютно счастливым. Спасибо, Сергей. Mm-hmm. Теперь пойдем на следующий вариант. Для начала, прежде чем идти, мы посмотрим на то, что там сзади лежит. Еще раз, временный перерыв на проходящего человека. Здесь стенд краткоствольного оружия, который в Америке считается класс 3, то есть SBR, SBS и так далее, а также на оружие, которое уже с глушителями. Так что это тоже считается оружием специального разрешения, как и автоматы. Теперь продолжаем наш увлекательный поход по магазину. И здесь мы нашли, хоть и подержанный, но интересный вариант, под вариант Калашникова. This is a Rifle Dynamics. It is actually based on, I believe, a Yugoslavian underfolder receiver from the Zastava factory. This Rifle Dynamics AK was pretty much completely redone. It's got all the US parts. It's got the whole grip in the rear and the front, the flat top rail here, so you can mount an optic. And what's great about this rail is if you mount an aim point, you'll actually still be able to use the iron sights on a lower 1/3 co-witness, maybe a little bit higher. Very smooth gun, very heavily modified. It's got the one piece gas block front sight, so if you wanted to, you could SBR it to make it a little bit shorter or put a suppressor on it, whatever you really want. Very smooth, very good gun. Другими словами, это вот пример американской оружейной индустрии, которая берет калашниковые и сделает из них, как вот и Вепрь в предыдущем варианте, практически конфетку. Одна из самых известных фирм по изготовлению или изменению систем Калашникова. Фирма здесь называется Rifle Dynamics, и она очень известна в американской оружейной индустрии. Продолжаем наш увлекательный поход по оружейному магазину. Хозяин данного магазина – фанат русского и советского оружия. И особенно любит собирать Калашниковы и СВД. Вот видите, целую полку СВД и Калашниковых. А также, здесь же, на этой же стене магазина, стоят разнообразные точные
винтовки, например, фирмы NEMO, фирмы Accuracy International, причем со встроенным глушителем, и так далее. А сейчас мы посмотрим на то, что нам Сергей выложил для детального осмотрения. Вот здесь два пистолета типа 1911, двух, как считается, одних из самых лучших фирм в этой области. Это пистолет фирмы Nighthawk и пистолет фирмы Wilson Combat. В данном случае этот пистолет фирмы Wilson Combat – это ручного изготовления. Вот он. И пистолет фирмы Nighthawk тоже ручного изготовления, но еще и модифицированный в этом магазине с дополнительной покраской. Это специальное покрытие, как говорится, war-torn. Или вот так вот он выглядит. Сейчас бумажку уберем, чтобы можно было... Не уберем. Бумажка здесь идет так, как и идет. В данном случае, как вы видите, что данный пистолет с планкой Picatinny под стволом, что позволяет добавить в данном случае фонарик Surefire X300. А вот здесь мы видим пистолет фирмы Wilson Combat Professional, тоже с рамкой. Очень хорошие пистолеты. Если интересно, этот магазин их продает, как всегда, и много их тут. Их тут много. We are the largest stocking dealer of Wilson at Brown, Nighthawk, and all other high-end 1911s. В переводе на русский. Они самый большой продавец данных фирм, по крайней мере, на северо-востоке США, а может и даже по всей стране. Поэтому, если у кого-то есть желание, связывайтесь. Информация по этому магазину будет дана как ссылка в качестве моего спасибо за то, что они разрешили здесь снимать. Вот здесь вот Эд Брауновские лежат, но мы их доставать не будем, так как время начинает подгонять. Теперь посмотрим, что еще здесь есть. Для людей, спрашивающих, есть ли здесь в оружейных магазинах пулеметы? Отвечаю, пулеметы есть. Вот это M249, 240. That's a 240, right? Если мне память не изменяет, это M240 фановский. Но как бы он далеко, если вам видно, то это хорошо. Посмотрим, здесь, соответственно, куча стоит гладкостволы и нестандартных стволов. Но так как они есть во многих магазинах, мы там углубляться не будем. Мы сейчас переходим к AR-кам. Как в любом уважающем себя американском оружейном магазине, AR будет много. Мы начнем с первого варианта. This is an LWRC. It is an SBR, so it does have the short barrel, flip-up sights, adjustable block. What's cool about this specific one is this is actually chambered in 6.8 SPC. So it's not 5.56 or 2.23. It's slightly larger. The whole reason for that caliber is because supposedly in Afghanistan people, American soldiers were having issues with putting down targets with the 5.56, so they experimented with a larger caliber, and this is what they came up with. Кстати, напоминаю, что фирма LWRC продала сейчас или заключила, точнее, контракт на продажу нескольких тысяч карабинов именно в калибре 6.8 одной из армий мира. Какой именно, будет сказано в другом репортаже. Посмотрим на вот данные изделия поближе. This is a gas piston, so it's very similar to an AK-47. Very reliable in cycling. Вот смотрим. Красивая вещь. Хотя, конечно, идет как класс SBR, то есть короткоствольная винтовка. То есть требуется немножко подождать при покупке. Но все легально. Да. Спасибо, Сергей. Угу. Переходим к следующему. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал и узнайте, когда это продолжение появится на канале. Еще раз спасибо за просмотр.